Добрый день, поздравляю с уверенной победой, поздравляю с новой формой. Выиграли первую из двух ваших сегодня спаренных игр. Сегодня, по-моему, получилось все, забили все, новых игроков попробовали. Как вообще ощущение от игры? Добрый день, спасибо за поздравления, за новую форму. Ну, вообще, игра складывалась для нас как можно, нельзя сказать, лучше. Вот, соперник нашими местами пытался нас поймать на контратаках, один раз удалось со стандарта. Ну, в общем, ребята сегодня сыграли достойно, скажу, оперативно. Вот, держали первый тайм полностью, контроль был наш, я считаю. Вот, ну и попробовали новых игроков. В принципе, на сегодня мои личные болельщики. Но он больше в основе не выйдет. В дубль его отправлю. Вот. На самом деле, игра для нас хорошо сложилась, поэтому огромное спасибо команде. Сегодня сыграли действительно хорошо. Это первая игра, сейчас готовимся ко второй. Надеемся, будет удачно для нас. Удачи в этой игре. Спасибо. Все? Привет. Все. Добрый день. Сыграли сегодня с Мюнхеном, который на очень таком серьезном ходу. Команда очень сильно набрала в последнее время. Вы ничего не смогли им противопоставить, в отличие от предыдущих матчей, где выиграли и с Вердером боролись. Почему сегодня не получилось то же самое сделать? Команда хорошо подготовлена, хорошо сыграла тактически. У нас полностью провалился центр. Где-то не дорабатывали. Также физически проиграли. Команда опытная, хорошо играла в мелкий пас. Скрывали через центр часто. Мало моментов создали. Ясно. Плохо сыграли. Будем нарабатывать тактику, тренироваться. Спасибо большое, удачи вам в следующем сезоне.